Пресс-конференция по итогам московских выборов в МК закончилась дымовой атакой. О нападении на редакцию сообщил прямо во время брифинга заместитель главреда газеты. На этих кадрах видно, как Сергей Рогожкин получает сообщение. Судя по сосредоточенному выражению лица, новость не из приятных. Позже заместитель главного редактора вышел. Спустя непродолжительное время вернулся с заявлением. Он сразу же назвал произошедшее хулиганской атакой. Что произошло, вы узнаете, если профессионал сейчас выйдет. Просто я прошу извинения за то, что сейчас редакцию атаковали хулиганы, забросали фаерами. И фактически очередная провокация против меня. Подтверждение слов – едкий дым, добравшийся даже до 7-го этажа. Внизу 4 машины скорой помощи, полиции и пожарные. Главный и едва ли не единственный свидетель случившегося – камера наблюдения. На видео молодой человек с сумкой входит в подъезд, останавливается перед пропускным пунктом, садится. Через несколько минут появляется его сообщник. После того, как злоумышленник поджег фаер, оба стремительно убегают. Они вдвоем, они с ним. Вот они вместе убегают, вот все. И вот он сработал фаер, все. Вот хотел затушить, Алексей, а тут он уже... Дымовую шашку бросили примерно в 12:20. Ущерб – обгоревшая стена и мебель. Правоохранители давать какие-то комментарии на месте происшествия отказались. По сообщениям медиков, от отравления едким дымом пострадали 5 человек. Позже в СМИ появилась информация о том, что один человек получил ожоги.